Прикрой меня! Все цели уничтожены! Thank you.
цели уничтожены. Внимание у пользователей! Все комплексы вершины 15 сильно повреждены. На территории присутствует биологически опасный материал. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Нам надо снова включить реактор. Алья?
же важно никого не выпускать наружу, как не впускать никого внутрь. Животный ветер, тут все в плохом состоянии. Thank you.
Резервная энергосистема, капитан. Должно быть для главного здания... Повреждения не слишком обширны. Ошибка запуска. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Требуется ручная загрузка. Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Ты виртуальный интеллект, управляющий станцией. Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард. Я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия Совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Внимание у пользователей. В настоящее время система монорельса не действует. Какова здесь ситуация? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу прощения, в тот момент я была отключена. Отключение происходит в случае, если вероятен прорыв реактора или в лаборатории произошло аварийное загрязнение. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты погибнут из-за падения температуры. Механические объекты также могут быть повреждены. Отключаем отопление и ждем, пока то, что мы выпустили, замерзнет. Как восстановить подачу энергии? Необходимо открыть клапаны системы подачи гелия-3. Это можно сделать с помощью элементов управления самого реактора. Что за наземные линии и почему они были отключены? Наземные линии соединяют мой центральный блок с различными подкомплексами вершины 15. Это обеспечивает сотрудникам удаленный доступ к моим базам данных без необходимости покидать лабораторию. При возникновении ЧП в риск-лабораториях кабели автоматически отключаются. Ты знаешь, почему? Предполагается. Как восстановить необходимо подачу? Открыть клапаны системы подачи гелия. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Вы выходите на крышу. Внимание пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено.
Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Активен. Что я могу для вас сделать? Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаю. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Ты знаешь, почему вы... Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск.
Ядерный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Главный реактор. Вниманию пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Требуется ручной перезапуск.
Похоже, вы пытаетесь... Система готова к обработке запросов. Внимание, пользователя. Мне нужен обзор ситуации. Конец сообщения. Вы хотите ввести... Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Те существа, с которыми мы встретились, они... Простите, капитан. Для получения ответа... Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Внимание, пользователя. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Вы выходите на крышу. Внимание, пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Могу зафиксировать цель. Внимание, уходим. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание, пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Главный реактор. Внимание, пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Внимание, пользователей. Главный реактор отключен.
Он в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Вы входите в главный реактор. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийной... Невозможно зафиксировать цель! Требуется ручной перезапуск.
Лиза! Противник скрылся! Внимание у пользователей. Главный реактор отключен. Подача гелия-3 отключена. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Что значит наблюдается загрязнение? Камеру для очистки вагонов монорельса проникли. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Вы не пропустите нас в камеру? Доступ не рекомендуется. Однако уполномоченные сотрудники могут отменить запрет. Вы имеете... Отоприте очистную камеру. Внимание у пользователей. В очистной камере наблюдается загрязнение. Вход в камеру не рекомендуется. Как избавиться от загрязнения? Камера оборудована аварийной системой, подающей плазму при температуре 5000 градусов Кельвина. Она способна устранить любое возможное загрязнение. К сожалению, система вышла из строя. В чем там проблема? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных УНИ-инструментов.
Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отвечаю. Очистной центр. Внимание у пользователей. В очистной камере наблюдается загрязнение. Доступ к монорельсу не рекомендуется. Дверь можно сломать. Похоже, за ней монорельс, ведущий на подстанции. Покончил с собой из-за того, что был замешан в случившемся? Он думал, что надежды выжить нет. И что убить? ВИИ активен. Подключен к вспомогательным службам. Что я могу для вас сделать? Что значит наблюдается за... В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Как активировать? Управление аварийной системой находится... Внимание у пользователей. В настоящее время аварийная система вышла. Что нужно сделать, чтобы... В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных уни... Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Поговорим после сражения! Уничтожьте их скорее!
Отбытие с центральной станции. Пункт назначения станции расселен. Вы прибываете на станцию расселена. Научный комплекс Binary Helix.